познакомимся с более какими-то другими, может быть, нюансами. Ой, так надо звук чуть-чуть поднять в игре. Это я тут чуть-чуть сейчас, друзья. Ладно, колесиком поднимем. Так, напоминаю, задержка у нас 150 секунд с чатом, потому сразу отвечать на все вопросы, увы, не смогу, хотя очень сильно хотелось бы. Да, у нас сегодня GOTV, потому там по поводу звуков игры, по поводу там громче, тише, обязательно пишите, будем как-то это пробовать регулировать, ну не только пробовать, но и регулировать, да. Карты на сегодня у нас Spirit выбрали карту Нюк. Overpass выиграли у нас как раз вот коллектив, европейский коллектив Sprout. Ну и на Decider у нас, если понадобится, будет, конечно, Ancient. Так что, чатик, всем пу еще раз. Сразу же пистолеточка несется, рефреш, сразу же оформляет два минуса. Чоппер, сквозь Wonderful, он ходят веточки и оформляют. Но все равно пока что в большинство для себя переводит ситуацию Спраута. Все, конец истории. Так, что-то у нас... Надо бы так проверить, что у нас, двигается ли камера у нас вообще. Бомбу пока что раздефьюзивают, да, и раунд забирается с Спраутом. Да, ребят, сегодня нам организаторы не предоставили клинфит, потому у нас вот так вот будем смотреть через GOTV-шечку. Надеюсь, смогу там подсветить все моменты, все нужные файты. И мы сможем двигаться дальше, просматривать прикольный матч. Ну что, пишите ваши предикты. Кстати, сейчас забацаем предикт на карту. Обязательно. То есть без этого вообще у нас никак. Да, вот спасибо модераторам, что подсказали, что у нас по картам. В чатике обязательно вся эта информация есть. Ну что, смотрим. Решили закупиться двумя диглами. Одним такнайном игроки Spirit. При этом скаут, видим, появляется у Слакса. И Фамас у Зипфона. Остальное типа 30-ки. Достаточно для улицы удобный девайс. Сейчас играет на последнем патче уже ECL. И как-то, ух, патчи, конечно, очень под кроссфайр-то попадает. Вандерфула уже потеряли в этом раунде. И минус еще сирень. Отправляется у нас в этом раунде. Рефреш продолжает фармить себе понемногу статку. Мэджикс. Борис. Отлично. Отличный фраг по Зифону. Ну, а Штайр продолжает напрягать. Патси. Нет, не стоял Роберт. Увы, в этом моменте. Так, у нас залетается по... Сейчас тут Чоппер на скале. Два игрока. Есть Фамас у Бориса. Ну и достаточно честно, надо бы... Что-то уже в этом раунде придумать, 40 секунд есть. Конечно, против 4 девайсов выступать достаточно сложно. Ну и потому, я думаю, ребята будут как-то пробовать продвинуться. Просто подраться. И тут в апленд, в принципе, попытаться выйти. Ну, посмотрим. До конца гейминг будет просто показывать, ребята, из спири. 17 секунд остается. Так, рефреш. Типичная аватарка МБП. Уже такая мемная аватарочка. Рефреш, ну все же Чоппера. И да, Лауникс тоже оформляет для себя фраг. Получается, по статистике-то у нас пока что ребята только раскачиваются. Видимо, уже для Лауникса это второй фраг. Спирит, увы, только Чоппер с Мэджикса смогли поставить хоть какие-то фраги. Перед на второй затенд, что это лишь кафе. Это первая карта, друзья. Так, не знаю, тут у нас все первая карта. Тут сегодня у нас GOTV. Так, рефреш продолжает нашивать по своим оппонентам. Патси, видим, уже пробирается по улице. Может спину найти датчанина. Так, минус рефреш. Мейн уже занят игроками Спирит. Тут можно попробовать уже просто вывалиться уже на, напоминаем, это байраунд. Выйти сразу под бочечку. Так, минус Зифон. Сирень. Есть контроль реактора, еще один минус, и вот как переворачивает игру на своем пике Спирит на первом же бай-раунде. Мэджикс на реакции отрабатывает по Штайру. Ну, остается лишь один Лауникс, ему как-то уже надо справиться с этой ситуацией, и все, да, справляется Патси.
Первый раунд есть. В любом случае, понимаем, что Нюк достаточно отличная, я даже сказал бы, карта для Спирит. Но, опять же, давайте посмотрим. Обе команды вышли уже на мейджоре. Я думаю, оба коллектива довольны своим результатом. При этом для них уже конец сезона. И это такой больше турнир для поддержки формы. Если, конечно, Спраут не могут особо показать какие-то вот титулы в этом году, то, ну, как минимум, Спирит перед мейджором забрали Fire League. Достаточно уверенно провели весь сезон. Так, Слакс у нас уже пока что на нижнем ярусе пробует тоже занять какую-то позицию. Пробует. Понимаем, что Форсбай очень такой мутный, плотный по поводу защиты. Так, тут пока считаем, что с оформлением. У нас ГОТВ сегодня, ребята. Сегодня это матч перенесен, он должен был быть в расписании в другой день. А потому сегодня спектаторы, режиссеры не работают на ECL, и нам как бы только вот есть GoTV. Нету клинфида, нету красивых картинок, да, потому приходится просто вот так смотреть, комментировать то, что есть на данный момент. Вот так вот. Так что, Павел, вот это как раз вот ответ на твой вопрос, ты его услышишь через, получается, 2 минуты, можно сказать. Минус у Чопера, Леонид, конечно, ух, еще и под лауных сопоставляется у нас игроки Спирит. Как-то вот совсем рампу хорошо контролируют, и при этом Зифон. Зифон продолжает быть в опорной зоне на точке А. Пати. Проспал его Зифон, но при этом хорошая ловушечка вышла от рефреша с партнером по команде. Слакс один в девятке. Можем менять позицию. А в это время Вандерфул уже пробрался с партнерами по команде на точку Б. Бомба установлена. Игорь контролит выход с вилки. Может, конечно, датчанин сейчас попробовать пройти через большие двери вместе с партнером по команде. Там два игрока как раз находятся. И где интересно будет надвигаться. Ага, вилки у нас находятся. Быстрее всего Слакс. У него есть АК-47. Сирень-то очень красный. Отличный фраг. Очень вовремя фраг от... Ну, тут через сирень у нас остается на лоу хп. Постраховал своего партнера. И тут все, рефреш надо просто уходить. Времени уже нету. Дефьюз китов тоже нету. И все, у нас 2-2 счет. Паритет, ситуация, паритет. На паритет выходит Спирит. И делают они это за 4 раунда. Вполне отличный результат. Это выбор Спирит. Друзья, карты. У нас пауза ставится. Посмотрим, что у нас. Спирит поставили тайм-аут на счете 2-2. Ну, а по картам у нас Нюк выбор Team Spirit, Overpass выбор Sprout, и на Decider Ancient стороны будут решаться по ножовщине. Так что вот так вот у нас. Да, и сегодня, друзья, еще раз говорю, у нас тут сегодня GoTV, так как по понедельникам, условно говоря, клинфида нет. Это матч перенесенный. Должен был он играться завтра. Завтра у нас вообще, ребят, сразу будет, так, чтобы сейчас не соврать, 4 канала активно. Первый, второй, третий, четвертый. То есть MC, MC2, MC3, MC4. Там сразу 4 линии матчей. Soul Blue Jays буду лично я для вас завтра работать на MC2. На первом будет Ленин, Force, Fnatic Rising комментировать. Петрович будет на Endpoint 9 на четвертом. Ну и Йоа Мёрт на FTW с победителем данной пары. Завтра достаточно интересный день. Тут много Counter-Strike, такого вот ESL Challenger лиги. Ну что, опять форсят у нас Спраута. Закупается на последние деньги. Там Slacks каких-то себе там 550 баксов сложил в копилочку. Чоппер. Опять вот не хотят быстренько раскручивать раунд. Сразу же собирается под входом в рум. Да, есть опция раскидаться. Попробовать сыграть улицу можно. Видим, тем более по деньгам запас начинает накапливаться. Ну, не у всех игроков. Там Вандерфул имеет двушечку. Сирень 6,5. Так, Чоппер. Зифон. Понимает, откуда идет проход. Закрыл себя смачком. Да, опять у нас датчанин. Только лишь с диглом. И, конечно, принимать нижний ярус как-то будет
С одним пистолетом достаточно сложно, тем более, как мы видим, под секреточку решили разыграть на Steam Spirit. Так, Чоппер и с партнером по команде могут прошать. Проверяют. Сразу же Молотов на проверку. Вандерфул контролирует спину. Все, три игрока уже у нас прошли секретку, будут на нижнем ярусе. Дали себе информацию. Трэш выбивается бомбы. Какая же ошибка со стороны Team Spirit. Бомба потеряна, нет капитана команды. И я не знаю даже тут, что сейчас делать. Нужно идти забирать пакет. Вандерфул. В это время Сирень продолжает обузить рампу. Лаунекс минусует Патси. Все же рефреш минус. Пакет. Бомба. А, да, бомба подобрана. Игорем, что же творит Вандерфул? Просто шикарнейших. Три фрага. И это просто... Это просто время. И это время. Да. Обидный раунд проигрывает Спирит, конечно, но шансы были весьма достаточно неплохие. Достаточно очень интересная игра. О, тем более, как раскрутился, конечно, Вандерфул, это только вот отдельное удовольствие. Да, такой плюс хайлайтик. Что, пошла раскидочка сразу же. Есть 5 АК-47, много девайсов сохранить для тебя, для себя, драконы, на следующий раунд. Ну ничего, это один еще раунд, отдаты, да, то, что они отдали Спраутам, ну я не вижу в этом особо проблем. Хотя Спраут тоже не, достаточно неплохая карта на... Ну, карта неплохая для вот данного состава. Нюка не тоже умеет играть, но все же, знаете, уже конец года, и как-то на статистику вообще не хочет, не хочется опираться. Прошлый матч на ИЦ, ну, прошлые встречи на ИЦЕЛе нам вообще подарили Спирит 59 раундов на Дасте. Ну а сейчас пока что наблюдаем, продолжаем смотреть за уже новым противостоянием. Да, увы, конечно, хотелось бы с красивым оформлением посмотреть сегодня данный матч, но, видимо, мне в этот раз по понедельникам отдыхают наши европейские партнеры, организаторы турнира. Так, сразу же просадочка по Слаксу, отличная работа от Вандерфула. Есть у нас, сразу же видим Сирень, контроль вилки, с нижней рампы поднимаются на оппонента, и просто Лаунекс проспал он Сирень, хотя понимал, с какой позиции должен будет выходить у нас Павел. Но вот так вот переиграли. Опять переигрывают точку Б. Видят Спирит, что вот тут слабо именно в планте позиция для оппонентов. Для их оппонентов. Они не могут удержать. Какие-то непонятные стаки организовываются возле нижнего реактора. Ну и опять уносят. На сейф уходят пока что уверенно Спраута. Мэджикс попробует кого-то, может, что выловить с девятки, с... других точек. Это плей-офф, ребята. Это уже, ну, это четвертьфинал верхней сетки. Да. Украина, привет из Казахстана. Как вы там? Да нормально, супер. Тут, конечно, пришлось мне из моего любимого, привычного, своей домашней студии перебраться на другую недвижимость, чисто своим рабочим местом, для того, чтобы, ну, не поддаваться проблемам со светом. И с интернетом, и спокойно можно было отработать уже вот стадию плей-офф на данном мероприятии, потому вот как-то так. Потому да, привет, Казахстан, привет обязательно всем вам, нашим друзьям. Так, ну, собственно, Мэджик срывается по Зифону, ответочка по рефрешу, Бориса поменяли пати. Должен же понимать, что в девятке есть кто-то, пролетает сразу же на Молотов, но очень красный Чоппер, красный пати, и все, остаются два игрока, они находятся в мейне. Выходить через смог будет достаточно сложно. Пати ставит бомбу, есть контроль девятки. Еще один Молотов в позицию 9, и что остается делать Штайру с Слаксом? Да ничего. Нужно как-то просто хотя бы засейвить девайс. Нет, видимо, у нас Штайер до последнего пробует как-то пушить девяточку. Не самое логичное решение, как по мне. Да, выкидывают девайс, чтобы не достался Спирит. А, скидывают своему партнеру по команде Слаксу. Да, хотя там зачем фама Спиритом с тремя АК-47-ми. Плюс раунд. 4-3. И Спирит показывает класс. Против Спраут, и такую атаку приятно смотреть, даже и защита тоже достаточно неплохая, и думаю, Best of 3 нас ждет очень интересное в любом случае.
Почему картинка такая простая? Друзья, вот рассказываю еще раз. Просто у нас сейчас, ну, по понедельникам клинфит не дают. Вот, потому вот приходится вот смотреть через ГоТВ. Так, у нас сразу же плюс для себя пока что сыграли здесь спраут. То есть ситуация 3 в 3, минус сирень, 3 даже в 2, в 2. Ой-ой-ой-ой-ой, тут даже с этой ситуации спирит выкарабкивается. Бомба-то у нас лежит. Вандерфул проверяет, возможно, проход к автоматам. И опять нас, в принципе, добивается своего спирита. Они отсекают всех на мейн дор. Тут могут сейчас пойти забрать бомбу. И Чоппер, что же, какой же смог криминал, увидел частично своего оппонента, сразу поставил голову, и тут по Лаунуксу просто безоговорочно срабатывает у нас Вандерфул. 8-1, 8-3 идет статистикой снайпер коллектива Team Spirit. Да, и мы видим, опять с экономикой проблем вообще никаких может не быть. 9-й раунд, в принципе, еще за сноуболить 2-3 раунда, и можно закупаться до конца матча. Тут мы видим, уже появляется гнездо АВП со стороны Спраут. Хороший, ну, как такой, такой себе средненький набор гранат. И Слакс даже вообще без какой-либо раскидочки будет отыгрывать этот раунд. Видим, чуть-чуть поменяли вообще, в принципе, атаку у себя против Спраутов драконы. Так, Штайр. Вандерфул. Да, чатик, напоминаю, у нас с вами между тем, как я читаю ваше сообщение, точнее, как вы слышите ответы на ваши вопросы, проходит 1,5 минуты, примерно, две даже. Это требование турнирного оператора. Мы должны с задержкой показывать картинку на матче. Вот. Потому, кстати, да, за спойлеры модераторы будут банить. Я вижу, у нас модераторы на месте находятся. Так, Чоппер минусует во время Штайра. Можем попробовать сдвинуться. Патси. Патси поднимается вверх. Ну и, конечно, Вандерфул. А тут-то уже и Авик появляется со стороны Спирита. И как бы прочитал Леонид у нас, капитан драконов, что нужно наконец-то брать для себя Авик. И сразу же поредели, конечно, ряды, но ответочка вот справа все равно прилетает. Рефреш контролирует нас с крана, спрыгивает вниз и на мейне ждет его уже пальцы. Так, Роберт, отличная работа по рефрешу. В это время зажимает опять уже снизу игроков. А на сейф просто ходят. Да, они даже не стали пробовать поджимать плент. Просто ушли в Т-сайт на сейф. И это 6-й раунд для Спирит. Шикарнейшее начало. И только можно порадоваться за ребят. Постатки, видимо, у нас шикарные. Просто идет Wonderful 9-3. Остальные ребята все же как-то еще пробуксовывают. Ну и рефреш тоже. Ну 9-6, но пока что это в раунды не трансформируется. Да, можно отметить отдельно датчанина, можно отдельно отметить снайпера Team Spirit. Пока что их усилия в этом матче приносят пользу своим коллективам. Quality Pill Conference. Да, ESL Challenger League. Да, ребята, это фактически помимо того, что тут призовой фонд присутствует 50 тысяч. Тут еще топ-1 команда получает слот на конференцию. В рамках конференции, получается, разыгрываются слоты на EPL. У нас в прошлом 42-м сезоне получила коллектив Nine, получил слот на 17-ю конференцию, а тут разыгрывается слот на 18-ю. То есть, получается, у нас EPL играется в 2 раза в год. То есть, это на осенний EPL. В теории победитель этого турнира может квалифицироваться, если, конечно, еще конференцию сыграет достаточно, ну, хорошо, и там поборется за слот. Роберт Патси в это время у нас с Мактеном. Видим, при этом с гранатками тоже немного простенько. Таким очень простым пулом гранат пошли у нас драконы, но при этом, как мы видим, у защиты вообще нету никакой раскидки. Чоппер поддушил все же
Лаунекс вообще не дают молодому румыну разыграться в этом матче, и Вандерфул еще минусует с Лакса. Нет АВП, надо брать АВП уносить на сейв. Второй фраг в исполнении Вандерфула по рефрешу, и это 100% сейв, как мне кажется. Зифон, конечно, может сейчас рискнуть, и увидел Патси, но он его не достанет уже. Очень быстро среагировал у нас игрок Спирит. На тебе гранатку, Зифон. Подарочек просто отправляет ему игроки. Атаки. Неплохо. Неплохо по чопперу сработано. Ну тут уже как-то чуть-чуть перемудрили Спирит. И продолжают они пробовать как-то поджать своих оппонентов. Так, при этом, да, Кавик выбит, и успели все же игроки Спирит выбить. У нас все девайсы, еще так еще и Wonderful с Мэджиском остались на ногах. Плюс, ну, есть Авик, есть АК-47, экономика улетает просто в небеса у драконов. И у нас ставится пауза. Опять у нас пауза в матче. Вот у нас Спраут поставили тайм-аут. Какая вторая карта? Аверпас, друзья, аверпас. Танцуй бомбини. Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Спасибо, что приходите смотреть. Ну что, Спраута, в принципе, пока что не могут нас чем-то особо порадовать в этом матче. Видим. Ну, на данной карте защита у них вообще не идет, просто сливаются девайсы, видим. Ну, в этом раунде появляется все же на последние деньги АВП, 4 тридцатки, как мы понимаем, плюс-бонус максимальный у немецкой организации, но при этом Спирит уже не чувствует просто каких-либо проблем, кажется, простых оппонентов. Так, продолжаем. Продолжается раскидка, я вот думаю, тут даже особо, ну, как-то и раунды же придумать не надо. Видим, залетает все по оппонентам, все, причем залетает достаточно, ну, из не самых сложных позиций. Так, у нас тут рефреш лану, в самое-то время все же смогли сделать два минуса, потеряли пока что лишь одного Штайра, но главное, что Вандерфул у нас находится на ногах. Видимо, ВП очень быстро добавляет импакта в любом раунде для драконов. Лаунекс, есть пробросочка. Ну да, и это плюс смог у нас в район дверей. Понимает, что с двумя потерями темп раунда в любом случае будет у Спирит немного сбит. И надо как-то уже просто правильно, хорошо выйти. Выйти достаточно уверенно. Вандерфул в это время, видим, немного начинает подгорать. Сирень продолжает... У нас контроль, и все же Слакс выигрывает, наконец-то, первую для себя снайперскую дуэль. Тут Мэджис максимально раскидывает всех оппонентов в районе точки А. Приходит, начинается перетяжка под рампу. И можно очень опасно поставиться сейчас под АВП. Ну, это 4-7. Ну, 7-4, точнее, у нас справа смогли взять для себя еще один раунд в защите, но пока что все равно мало. Ну, не повезло. Nice try для Team Spirit. Было достаточно близко. Решаются не закупаться авиком. Покупается 5 АК-47. Ну, знаем мы манеру того, как заранее планирует раунд Chopper. Видимо, задумка такая, что даже не... Так, учитывая количество раундов, которые есть у Спирит в атаке, там особо не надо ничего придумывать. Просто надо грузить разнообразием своих оппонентов, стрелять их постоянно, слушать, постоянно как-то оборачиваться и перетягиваться на первый какой-то шум. Получает мэджикс, перекидывается гранатка. Достаточно, кстати, функция перекида гранат очень добавила динамики. Так, тут Лаунекс у нас сразу же минусует Патси. Чоппер это время другой части карты минусовал Штайера. И пока что все достаточно выглядит интересно. Раунд с задумочкой. Понимает расстановку игроков уже. Вот тут, кстати, если мы видим по модельке Штайера, то очень нагло повел себя игрок защиты. Видим, улица еще у рефреша, есть небольшой контроль, но там, мы понимаем, присутствует с разменщиком сразу же
О, сирене слакс, но все равно это ситуация 3 в 3. Рефреш тоже падает. 3 в 2. Тут могут раскручивать в любом случае в плюс для себя ситуация игроки. Спирит, как бы давай преимущество, и уже будут фраги, но Вандерфул опять падает, и, конечно, надо будет уже как-то АВП в девятке противостоять. Бомба выпала, 30 секунд есть, может быть попытка захода через будочку, либо же с поджимом девятки, именно выбить оттуда снайпера. Раскидываются смоки, есть еще одна флешечка, очень красный Борис Мэджикс. Ну, при этом Борис Мэджикс и Вагим на месте. Так, чоппер падает. Ситуация один в один. И этот клатч берет для себя Слакс и начинает как-то понемногу реабилитироваться к концу первой половины. У него остается буквально 3 раунда для того, чтобы еще внести импакт для своего коллектива. И видим 7-7. Пока что в 0 КД идет немецкий снайпер. Не задалось, скажем честно, не задалось начало матча, поздно получил авик. Так мы видим не маневренный авик в защите у Спраут. Чейпик. Это все коллектива выбрать Team Spirit, да, друзья. Вот, кстати, вообще непривычно вас читать и отвечать вам на вопросы, когда вот задержка между вот мной и чатом есть. Когда просто задержка картинки, да, это нормально, потому вот, всегда приятнее прямую коммуникацию с чатом иметь, всегда, чтобы можно было почитать, ответить, какую-то дискуссию может устроить. Более. В чате у нас всегда находятся приятные собеседники. Так, чоппер, патси, минусует Слакс и Зефона. Опять улица просто протаранила, потаранили игроки Спирит. При этом видим какой-то мув с перекидыванием ВП идет со стороны чоппера. Мэджикс просто как себе домой заходит опять на точку А. Сирень. Сирень будет на проверочке идти как раз вот туда. Ну, попробовать посмотреть автоматы, но это не потребуется. Все, ситуация 5-1, можно full team вайп оформлять. Лаунг сейчас выйдет просто под чоппера в любой ситуации. Опа, а вот это проблема. Проморгал Леонид немного авик в этой ситуации. Теперь надо бы выбить Лаунгса вместе с этим девайсом. Минус капитан команды, но Вандерфул прямо пришел на свой трофей. Закрывает раунд до взрыва бомбы и 8-5. Ну, как бы, друзья, по традиции надо обязательно сказать, что теперь... Первая половина уходит Team Spirit, потому что, ну, как всегда, когда загорается цифра 8, надо говорить. Кстати, это подметили на прошлой трансляции, ребята, я даже с собой раньше не замечал, что я всегда говорю, когда вот вижу восьмерку за команды, что половина ушла в чью-то пользу. Вот так вот. Продолжаем дальше. Предпоследний раунд. Full, ну, почти что full эко играет у нас Спрауты. Ну, не дефолтные пистолеты. Там для пати начинается просто фармёшка. Что ему сделают игроки с пистолетами, я не знаю. Тут дайте, ну, хоть один фраг Игорь сделать. Да, Вандерфул минусует Зефона. А все, лишь один Штайер. Это опять вайбанули команду 5 в 0. И... Не, ну, пошла с не вышло вайбануть. Потеряли двух игроков, но все равно... Это девятый, можно выходить на 10-5, уверенно закрывать первую карту. И, ну, как бы спасибо Team Spirit, что в этот раз на первой карте без допов. А в, еще в 29 раундов, потому что... Хотя все еще возможно, вполне. Посмотрим, какая защита. Может быть, Spirit сегодня не с той ноги стали. Делай себя чуть погромче, пожалуйста. Да, хорошо, друзья, сейчас сделаю. ОБС-очка. Ну, вот... Себя чуть погромче. Вот я думаю, сейчас должно стать лучше. Так что я тут еще к акустике помещения чуть-чуть не привык. Потому что я же говорю, я чуть-чуть до конца недели сменил локацию для работы. Потому может быть какое-то эхо появляться. Либо же я просто могу недонастроить свое оборудование. Слакс минусует. В это время пати. Лаунекс находит чоппера. Зефон, точнее у нас сирене. А чоппера находит Зефон. И как-то так. Друзья, ну нельзя отдавать 15 раунд. Еще тем более Вандерфул остается в соло. Можно, конечно, заклатчить 1-4. И очень будет интересно посмотреть. Но нет. Штайер минусует Вандерфула. И у нас, друзья, 3 минуты перерыв. Вторая половина стартует совсем скоро. А пока что, я думаю... Музычку послушаем давайте и будем возвращаться смотреть уже вторую пистолетку.
Так, ну что, друзья, возвращаемся. У нас вторая пистолеточка. Спирит начинает, понятное дело, в защите. И посмотрим, какая защита все же сегодня у нас будет у драконов. Это время рефреш находит чопера в спину. И лишь один сирень, кстати, имеет дабл-дрепет. Там у нас с той стороны не дефолтный пистолет. Ну, как-то слишком легко для главного ковбоя карты Денюк в этой пистолетке. Сразу же плюс два фрага для игрока защиты. Ну и также тут рефреш выходит. Да что ж творится, датчанин просто не оставляет шансов пока что игрокам в районе рампы, в районе девятки. Ну как же они легко выходят просто под игрока на точке А. Все же перестреливают рефреш у нас сирень, но нет, пати все же успел последний игрок с юспиком поставить точечку. Наконец это тот самый 10-й раунд для коллектива Team Spirit. Ну и мы будем, наверное, ну лично я думаю, что мы увидим какую-то быструю защиту с поджимами, с быстрым же переходом на карту Overpass. Да, следующая мапа будет именно Overpass, выбор коллектива Sprout, и посмотрим. Да и Spirit особо на ней проблем не скажу, что сильно испытывают, но думаю, там даже дело может близиться и к третьей решающей, которая будет у нас картой Ancient. Всем привет еще раз, друзья, с кем поздоровался ранее. У нас задержка на трансляции 150 секунд, потому, увы, я не могу реагировать, как всегда, так быстро на ваши сообщения и с вами продолжать такое плотное общение сразу. Зафорсились пока что спраута, это дает свой результат. Видим, увы, Wonderful и Magix никак не помогут своим партнерам по команде. Также, ну, с 30-кой двумя фрагментами. От пати зависит очень много. Сейчас, да, он справляется с Зифоном под флешечку, причем же своего оппонента. Дальше продолжает настреливать. Ну, давайте. Роберт, и красивая, прекрасная работа у нас от Роберта Пати. Рампа у нас тут закрыта, и ситуация переворачивается уже в пользу коллектива Team Spirit. Ну и что ж, делать теперь атаки? Бомба хоть и присутствует вместе с Лаунексом, но тут есть засада в любом случае от сирени. И просто будет кольцевать уже своих оппонентов, сгорает, увы, пати, моты, точнее, коварная залетела гранатка, можно сказать так, по оппоненту, по как раз вот опорнику на рампе. Ну, неплохой байт от Лаунекса. Лаунекс ходит у нас на нижний ярус, готов уже ставить бомбу, подмутил себе АК-47, чоппер с сиренью. Изи. Изи для Леонида, изи для Team Spirit. 11 раунд есть в копилочке, плюс девайсы, плюс один АК-47, и отправляют на недефолтные пистолеты для коллектива Sprout. Видим, что у нас даже авик, в принципе, не потребуется в этом раунде дракона. На авик, в принципе, денег не было. Это что-то я уже такое ляпнул. Но ничего. Две флешки всего лишь у атаки. Быстро видим, готовится раунд. Закидывается двойная гранатка у нас под будочку. Улица у нас под контролем пока что игроков атаки. Но там есть пати. И для пати начинается просто тир. Два фрага уже отправляет у нас игрок с улицы. Дайте ему эйс, ребята. Ну, то я понимаю, это эйс против пистолетов. Но нет, эйс не будет. Wonderful подрезает слакса на горе. Ну и чоппер. С опцией возможного размена, если понадобится. Тут, конечно, загнали Штайра просто без шансов. 12-6. Это просто какое-то немного уничтожение начинается с праутов. Да, ничего не получается у пока что атаки. Первый полноценный оружейный будет прямо сейчас. И знаете, что... Мне кажется, это финальный раунд, который они, в принципе, вот бай, наверное, один из самых решающих бай пока что для Sprout. А как если они сейчас проигрывают раунд, они отпускают на 14 уже Spirit, то как бы здравствуйте, минус пати, вот вам и калаши в деле. Ну, без добавили обереты, пофиксить забыли, Вольво. Да, смешно, согласен. Ну, Анубис еще на ЕЦЛе не будет. Анубис мы впервые на серьезном турнире увидим вот на Бласте в Абу-Даби. Но я что-то думаю, его
Он карта еще, как по мне, не играбельна совсем, то что там эти баги все сохранились с гранатами, с какими-то текстурами, потому там просто, мне кажется, пермобанить будут все, и может быть там просто найдется кто-то, кто решит выделиться среди остальных и пикнут карту Анубис. Сирень соло раунд выиграл с пистолетом за 400 баксов. Это что за фит? Да, это такой вот фит был на пистолетке, друзья. Пока что 40 секунд остается у Спраут, то еще минусуют они сирень. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это уже пахнет проблемами на точке А. Штайер начинает нас со скидочку через винты. Точка-то свободна. Могут, конечно, сейчас через девятку валиться, либо же просто пойти засейвить. В принципе, денег могут сохранить. Один раунд не беда. И за это тот самый крайне важный бай для себя выигрывают игроки Спраут. Да. И весьма это может быть большой проблемой уже для... Ну, точнее, большой проблемой. Большой проблемой быть в этом раунде. Но никак не проблемой в защите для Team Spirit. Следующая карта у нас Аверпас, друзья. Если кто спрашивает. Я тут забыл просто баннерочек добавить с названием турнира ну, с правой стороны экрана. Потому я вот между картами добавлю обязательно, чтобы, ну, то есть, что за турнир, не было вопроса. Там написано просто название. ESL Challenger League. 43-й сезон, друзья. Заканчивается он у нас в воскресенье. Best of 5 серии, как всегда. Ну а 44-й сезон начнется 17 января уже 2023 года. Обязательно будем для вас его освещать. Буду, ну, скорее всего, если не случится каких-то форс-мажорных обстоятельств, буду, ну, я для вас его освещать. Буду также открывать его. И думаю, это будет достаточно интересный начало года. Так вот, есть будет у нас фактически от КСика время отдохнуть там 30 дней. Вообще, в принципе, отдохнуть от каких-то интересных турниров. Так, в это время у нас уже два минуса оформляют игроки Team Spirit. Пальцы с Вандерфулом как-то реализовали свои девайсы просто на ура. Так что тут есть опция. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну что ж творит Патси? Как-то, ну, он достаточно очень уверенно. Очень уверенно нас разыгрывает в этом матче. Так, у нас ничего не сломалось, но у меня звук Windows отобразился. Нет, все нормально. Ну, это раз 7. Есть экономика еще на один раунд у нас для коллектива Спраут. Рефреш, наверное, стоит в раздумье, брать ли авик или нет. Да, берется еще один АК-47. Да вот, честно сказать, я считаю, что если... Ну, Спирит явно не собирается менять состав, и на следующий год это будет еще крепче команда. И я вот такой, если так хард предиктить, то думаю, если случится какие-то супер форс-мажоров, то мы их увидим на плей-офф следующего мейджора в Париже. Что, ну, мне лично команда это импонирует, то что это какое-то, знаете, слияние желаний и даже какого-то мастерства определенного. То есть не просто ребята молодые хотят, они еще достаточно много проделывают работы, тренер у них достаточно тоже компетентный специалист. Так, в это время у нас заходят с двумя минусами на точку Б игроки Спраут, и как-то, ну, камон, ребят, я тут палить вас только начал, а вы уже начинаете раунд подзаливать. Вандерфул сиренью находится у нас в район рампы, а нет, район рампы только у нас. Ой, ну как же, Игорь может ошибиться, сейчас просто дарит он Зифону авик, и да, конечно. Тут-то уже расслабились. Team Spirit выводит на 8-й раунд для себя коллектив Sprout. GG. Вот так вот у них название интересно стоит. Хотя в полном названии у них просто Sprout. Недавным-давно у них было Sprout eSports. Он просто eSports убрали. Ну, ну так прикольно, оно как, знаете, выглядит как футбольный клуб название. То есть, знаете, немцы любят вот эту краткость вообще в названиях. И это круто. Душный комментатор какой-то. Да ты шо? Да как я душный?
Да не может быть, что я душный. Так, ну что, друзья, поехали. Там выходит у нас 21 раунд. 21 раунд именно данного противостояния. Ну что, посмотрим, будет ли у нас 27 в этом матче. Смогут ли Спраут собраться. А, ну, спириты уже опять у нас фулл байен. Тут здравствуйте, сирене раз, здравствуйте, два. То есть, вообще, как-то без шансов пока что. Но с двумя потерями для защиты тоже. И как-то не знаю, как в спину смогли пропустить. Мэджикс реабилитируется в этой ситуации за своего партнера по команде. Есть у нас Слакс в смоках с АВП. Ну и Рандерфул тоже с Авиком. Девятку не контролирует никак у нас пока что спирит. А нет, есть контроль. Просадили Штайра очень сильно. Надо попробовать захантить-то еще одного финального игрока. Это снайпера коллектива Спраут плюс девайсы. Так, видим еще один АК-47. Ну что, Слакс, не знаю, как вот немцу сейчас выкручиться с этой ситуации. Чоппер. Шикарнейшая работа от Леонида. И даже, ну, не надо нам еще минуту смотреть за вот этими гонками за одним игроком. На форсе есть деньги, в принципе, у спраутов, но они закупаются, да, они закупаются с АВП, они берут МАК-10, они берут АК-47, и это уже, да, опять же, бай последней надежды. Начинается опять, есть Desert Eagle, а защита вообще никаких проблем у нас не испытывает. Да, конечно, подзалитый раунд может принести проблемы на экономику, но я не знаю даже, что здесь сейчас заливать спиритом. Отлично, Сирень опять проворачивает свой трюк с дабл-гранатами в будочку. Пать, еще одна дефолтная откидочка по оппонентам. Ну, вообще как-то... А нет, есть контроль от Слакса по пати. Все же ожидали они там присутствия Роберта. И это очень важный опенфраг в этом раунде. Рефреш контроль горы. Не знаю, они, конечно, о том, что с улицы, в принципе, никого не осталось. А, также тут Штайр минусует Чоппера и... Скрытая точка Б. Как мы смотрим, успешных, в принципе, заходов на Б пока что не было в исполнении коллектива Спраут. Там есть Мэджикс. Мэджикс бой. Ну, можно как-то попробовать все же. Может быть, более плотно сыграть пленту. Ну и Лаунекс. Дают время на перегруппировку игрокам Спирит. Слакс заходит просто через двери. Находит Вандерфула в голову, еще и Зипон. И как же так, бай, раунд проигрывается в форсу. Да, мы понимаем, там форс с двумя АК-47 и... с АК-47 и Авиком, но все равно как-то... Такой шанс упускать Team Spirit, просто загнать для себя... Ой-ё... Надо как-то убрать эти уведомления в стиме, которые у нас появляются. Кто-то из пользователей заходит. Постараюсь сделать после матча, потому что очень редко, в принципе, готовые запускаю для трансляций. Комментатор уточнила, кстати. Так, как так, друзья? Ё-моё. Душнило, душнило, блин, душный. Знаю. Я зайчик. Не, я очень... Не знаю, я очень, наоборот, душевный, может быть. Ладно, шучу. Девятый раунд второй половины. У нас Спраут понемногу приближается к тому, чтобы хотя бы, ну, 11 раундов пока что не стрелять в атаке. А то, в принципе, уже и как-то на... Следующий можно... Знаете, уже и как-то... Хотя бы на допы заикнуться, но теперь мы видим Вандерфул. Имеет АВП, который ему засейвил Мэджикс. Есть три на дефолтных пистолетах. Это у нас Фейсевен. И как-то улицу, да, попытка быстрого поджима улицы. Это минус пати. Может быть, не стоило так рисковать в самом начале. И продвигаемся дальше. Рефреш. Рефреш у нас, короче, залазит под... Уже под... Обратно под... Главное здание, вот так вот и назовем. Все время забываю вот, эту, вот этот ангарчик со стороны Терреспауна, как заходят на него. Вот. Ну, просто закрытую пробуют сыграть пока что Спирит. Они уже потеряли на поджиме своего, одного из своих
игроков, это минус Патти, конечно, а им Роберта бы пригодился бы сейчас какой-то более эффективной ближней перестрелки. Интересная передача бомба была с крыши основного здания. Почему держать немцами, если не датчане? Ну, организация справа вот немецкая, потому я что-то вот время от времени называюсь немцами. Ну, у них вообще три датчанина, один румын и Слакс, вот немец получается как раз. Но организация, ну да, у них стоит флаг Франции, но организация немецкая, вот так вот. Ну, сам Тех, то есть справа он родом из Германии, вот так вот. Орга немецкая, вот правильно пишет Ассарморчик. Вот у нас... Ну и бомба опять установлена, это выход команд, друзья, на 10 раунд. Понятное дело, у нас сейвит свой авик снайпер коллектива Team Spirit. И ё-моё, ну это уже проблемами, пахнет проблемами. И как-то, ну, вы даете набирать раунды там, где не нужно этого делать. Понятное дело, у нас еще армор, второй армор для Мэджиска и дефьюз киты, флешку унесут в следующий раунд. Чоппер тоже с собой несет армор. Ну плюс какие-то деньги, знаете, плюс какая-то... экономика, вот знаешь, такая микроэкономика будет присутствовать, но опять же, ну я не знаю, Раут могут попробовать сейчас засноуболить серию целую на карте Нюк. Да и раньше немецкий состав был привычкой моей. Ну да, да, ну там, типа, для меня Спраут, ну, там в нем достаточно много немцев играло, и как-то для меня... Сейчас, конечно, состав явно, ну, скажу так, подобротнее будет. Вот датское трио, вот, которое с последнего обновления ростера, да, и плюс Лауникс, очень талантливый воспитанник Nessus Gaming. Коллектив очень добротный. Так, у нас с разменом пока что влетают игроки в атаки, и что привезли себе Спраут? Просто в моменте. Теряют уже 4 игрока просто на ровном месте. Игроки коллектива Sprout GG. Ну и Magic's, тут стоило отметить, что Magic's со своим любимым Аугом. И что делать дальше? Ну как, что и чем они занимаются на этой карте Sprout? Я просто тут не знаю, стоило мне одним глазом на чатик отвернуться, как уже просто пошли и втроем отдались игроки. Вот. Европейский коллектив, вот так скажем. Взял, пошли и отдались Спраута. Ну, я просто в шоке. Не знаю, что тут еще добавить. 15 раунд готовы, в принципе, для себя забирать Team Spirit. Слакс, хоть и имеет бомбу, нужно ему хотя бы довести дело до установки, до дополнительных денег. Чоппер подбирает для себя АК-47. Ломаются винты. И понемножку десантирование идет на Plant B. Нужно быстренько проверять, поджимать. Так уже очень рядом находятся игроки защиты. Слакс хоть бомбу установил, да, это плюс деньги, но вряд ли это будет стоить ему раунда. Выбивается Патси, есть хаешечка, очень мало дэмэджа носит у нас хае. Ну что, ребята, ну давайте душить как-то, дайте ему, ой. Ну, хоть только два игрока потеряли у нас Team Spirit в этой ситуации. Wonderful занимается у нас дефьюзом бомбы, да, есть дефьюз киты, и это 15-10. Тут осталось лишь уже просто... пойти и закрыть данную встречу. Да, есть бай-раунд, конечно, для Спраут, но это, как по мне, был очень, очень неправильно продуманный раунд со стороны европейцев. Атака просто, как бы, все варианты камбэка для себя уже подзалила. Ну все, теперь, ребята, ну, ни шагу назад, только камбэчить, только брать раунды Спраут, если они хотят все же еще продлить свое присутствие на карте Нюк. Сирень, опять же, разыгрывается у нас через будочку. Так, улица, видим, Патси у нас продолжает поджим, глубокий поджим. А, нет, не совсем глубокий, он у нас просто под... А кто у нас там? Троечка, это Чоппер. А, Чоппер у нас такого в мейне находится. Да-да-да. Просто закрывается под точку А. Пока что большая часть игроков. Wonderful находится по диагонали со стороны... ТКТ распал у нас попыточкой прострелить, в случае чего проход по улице. И есть один опорник в 2 ВП, кстати, играет Team Spirit Magic's еще на рампе. Ну, очень интересно будет посмотреть. Очень много дэмэджа получил Зифан уже. Остается лишь раз 13 health поинтов. Ну, а зашашлычить можно и попробовать. Достаточно коварная позиция сейчас может быть в исполнении Бориса. Тем более еще отправил смачок на всякий случай.
Так, друзьяшки, тут, конечно, хоть задержка и большая, но если вам, конечно, нравится прослушивание данного матча, подпишитесь на мой телеграм-канал. Он время от времени появляется, короче, в чатике. Буду благодарен каждой новой подписочке. Мы там общаемся, обзор матча делаем. Да и вообще, в принципе, приятное место общения именно с зрителями. Это же самое главное. Пока что ситуация 3 в 2 под контролем Спирит. И просто на таймере можно выиграть этот раунд. Да, этот матч выигрывается. Просто выигрывается. 4 секунды остается. Лаунекс должен был успеть поставить бомбу, но нет, это у нас победа. 1-0. 1-0 за коллективом Team Spirit. И достаточно уверенно сыграли на своем выборе драконы. Я не знаю даже, как по-другому описать их игру. Просто хороший, добротный нюк в исполнении Чопера. Коллектива под руководством Чопера. Ну, все ребят молодцы. Патси, Чоппер, Тирень, Вандерфул и Мэджикс. Потому следующая карта у нас будет карта